Всем приветули, ребятули, с вами Алекс Джаггер, и сегодня мы с вами снова продолжаем прохождение игры под названием Лимбо. Как вы помните, мы остановились здесь вот в прошлой серии, и сейчас идет дождь. Я надеюсь, это, когда идет этот дождь, меня слышно, потому что он как громко прям гремит, особенно в этих наушниках. И да, кстати, вы заметили, что я сижу в шапке, потому что скоро Новый год. Вот-вот он будет уже это послезавтра. Послезавтра, а видео это выйдет завтра, потому что, ну, сегодня я записываю, сегодня 30-е уже, а завтра будет 31-е, так что это выйдет, оно, это, 31-е, это завтра, а записываю я его сегодня, 30-го, вот. Поэтому я сразу всех поздравляю уже с Новым годом, он вот-вот наступит, 2020 год. Год белой крысы, как там говорили, там. Вот. Так. Ну, собственно говоря, мы продолжаем. Мы в прошлой серии прошли какие-то ловушки каких-то туземцев этих, которые пытались нас убить. Но у них ничего не вышло, они сами нарвались на свои же ловушки, наверное. И мы дошли до сюда, там прошли какую-то странную червяка, который манипулировал нашими мозгами, манипулировал, в общем-то. И мы здесь крутанули вот эту хрень, которая вызвала дождь. Как раз-таки причина появление дождя из-за нее, вот. Вот так вот. Ладно, давайте. Пойдем дальше. Здесь нам нужно как-то перебраться на тот берег. Пока я не знаю как. Так, чуть не забыл. Вот. Это опять я таймер запустил. Так, ну да ладно. Так, что нам здесь нужно сделать? Нам нужно как-то передвинуть вот эту вот хрень сначала. Так. На КТРУ, вот, вот так вот. И сейчас это. Вот так вот. Сейчас запустим сюда воду. Нужно запустить сюда воду. Сейчас оно поднимется. И нужно как-то успеть перебраться. Так, я буду раскачиваться. Кстати говоря, извиняюсь за то, что так долго не было видео. Опять возникли проблемы просто с этим, с компом. Опять его на ремонт пришлось вот отправить. И это... Даже не знаю, что сказать насчет этого. Насчет такой ситуации. Она мне не нравится совершенно. Просто... Ну, в общем-то, поэтому у меня было это... Так долго не было видео на канале. Так. Это что у нас такое? Там вода? Так. Оу! Я за что-то зацепился. А мне куда? Наверх? Наверх. Ладно. Я бы там по-любому утонул бы. Ну да ладно. Такс. О, это что за ящик? Что, какая-то коробка? Так. Давай, поехали, поехали. Кстати, у меня камера как раз-таки новая. Я сейчас на нее снимаю. Вы меня вот так вот видите хорошо. Думаю, качество уже будет получше. Так. И камера моя кое-что еще умеет делать. Сейчас я вам покажу, смотрите. Вот сейчас, смотрите. Сейчас я на паузу поставлю, вот. Сейчас, смотрите. Ну. Опа, вот, она сфокусировалась вроде как. Я, если честно, сам не вижу, потому что самого себя не видно, когда снимаешь. Вот. Она должна сфокусироваться вот так вот. Так, сейчас убираю, опа. И вот она вернулась в нормальное качество. Вот так вот, сейчас. Так. Ну и даже могу вам показать, к примеру, допустим, вот. Так, точилочка. Вот такая вот точилка. Сейчас, смотрите. Оп, она должна была сфокусироваться. Сейчас. Отводим. Вот и все. Вот так вот. Вот такая вот очень хорошая функция этой камеры. Камера новая. Стоит там где-то... 2000 рублей, но я ее покупал со скидкой, так-то она стоит 3000 рублей. И я ее покупал не в магазинах, я ее, в общем-то, заказывал себе на Алиэкспресс. Ну, то есть оттуда покупал и оттуда же заказывал.
Вот. Ждал, когда приедет уже 3 недели. Вот она за 3 недели приехала. Как раз-таки за столько времени мне и комп починили. Был на ремонте, вот так вот. Такие вот, собственно, дела. Ну ладно, я вам показал мою функцию камеры. Продолжаем. Так. Что нам нужно здесь делать? Есть какая-то коробка, а для чего вот она? Я не знаю. Тут есть какой-то рычаг. А что за рычаг? Так. О, не-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 не, бегом, 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 бегом. Фух, что делать? Что делать? Ой-ой-ой-ой, поднимается что-то. Поднимается. А. Ай! Что делать-то? Что? Блин, вода же поднимается. Нет, 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 нет. На ту лестницу. Ой, ё-моё. Ну да ладно. Так. Все идет. Так. Давайте подумаем, что же нам сделать. Это у меня вода. Вода поднимается. Так. Что это? О, это двигается? Да ладно. А, я понял, сюда нужно этот ящик переместить. Ладно, ладно, сейчас. Куда ты там далеко-то так укатился? Давай, давай, тащи, 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 тащи его. Так. Ладно. Вот так, я думаю, мне хватит. Так, и теперь запускаем шарманку. Опа, все, спокойно, спокойно, спокойно. Так. Сейчас. Прям на него, опа. Так. Так, ой-ой-ой-ой-ой, вот это нужно осторожнее, там сверху какие-то шипы. Тут лестница. Давай прям на нее, опа. Так, дальше. Вот какая-то еще коробка. Давай. Вот. Так, вот здесь, я думаю, хватит. Так, ой, спокойно, не падай только. Фух. Так. Опа! Спокойно. Еле-еле успел так. Прыгай. Опа! Есть. Так, куда дальше? Сюда, наверное. Или куда? Так вот. Допустим. Не понял. А куда тогда? А, мне нужно вниз, что ли? Ладно, вниз. Так, спокойно. Так. И что тут у нас? Ой, не-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 не. Вода же поднимается. Алло, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Беги туда, беги. Давай. Так. Вот здесь вот сейчас стану. Так. А чё ты? Он не поднимается. Нет. Вода. Туда. Я же плавать, блин, не умею, как мне с этой... Фу. Как мне с этой водой бороться? Так, что мне делать? Так. Ой, еще одна какая-то хрень. Для чего она? Что это такое? Там что-то внизу есть? Что там такое? Так. Ой, это что такое? Это что, шар какой-то? Чувак. А, мне понял, для чего он нужен. Давай, туда. Плыви туда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фух. Сейчас. Так. Так. А шар! Шар! Почему шар туда не покатился? Вот сюда вот этот. Вот в этот ящик. Почему он к нему не покатился? Почему куда шар? Шар! Нет! Фух, ё-моё, ну что творится-то такое, а? Ой. Я... Сейчас, походу, мне нужно как-то шар вон вытолкнуть туда, чтобы он к тому ящику прилетел. Чтобы он смог его поднять, и меня в том числе. Так. А, я могу... Нет. Он застрял.
нет, 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 застревай, нет, чувак, чувак. Ё-моё. Я понял, что нужно сделать. Нужно сначала, как только он вылетит оттуда, нужно будет успеть закрыть. Вот что нужно сделать. А потом нужно как-то успеть его до тут докатить. Давай, давай, давай. Пуньк. Вот, 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 вот. Все, все, все. Катись туда, катись, 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 катись. Все, все, все. Я побежал. Опа. Вот сейчас все должно хорошо сработать. Сейчас все прям отлично должно сработать. Давай. Давай, давай, давай. Ой, я, по-моему, немного запотеваю в этой шапке. Ну да ладно, ну что ж теперь поделаешь? Нужно терпеть. Новый год же ведь. Так, давай. Так, что тут дальше? Это лестница. Это что такое? Это рычаг. О. Ясненько. Я что-то открыл. Давай. Полезли. Так, опа. Так, это что такое у нас? Так, ага. А я когда туда допрыгну? Как? Что ты там? Зачем ты за это ухватился, чувак? Зачем? Я же до тут не допрыгну. Ой, спокойно. Ну-ка. Да конечно, блин, смотрите, он вот настолько прыгает, а я. Вижу, вон там платформа довольно-таки высоко. Вот этот уголок. Он точно до туда не допрыгнет. Нужно что-то придумать. Так. Так, что там такое? Там что-то внизу, по-моему, льется. Ну-ка. А, я понял. Кажется, нужно... Подождите, сначала я попробую сделать вот так вот и... Что ты так проседаешь? Нужно попробовать сделать еще кое-как. Кое-как. Кое-как, это, наверное, вот так вот же можно сделать, да? Да. Вот что нужно было сделать. Идем туда. Давай вот сюда. Опа. Так, теперь. Вот так. Теперь, по идее, я должен допрыгнуть. Так. Ну-ка. Вот, по идее, я сейчас, да, зацепился. Так. Ой, фу, какие-то червяки тут. Ещё, блин. Так. Это еще опять этот червяк, блин, он же мозгом манипулирует. Что мне делать с ним? Ну-ка. Ой-ой-ой-ой, спокойно. И зачем оно мне? Чувак, эй. Ой, да ладно, давай. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Завладел моим мозгом. А-а-а, вот для чего нужно. Не об этом и не подумал. Ай-яй-яй-яй. Так-так-так-так-так. Так. Ой, смотрите, он сам не двигается. Смотрите, я сейчас ничего не делаю. И он у меня сам по себе не двигается. То есть на лестнице он не двигается, а когда я вообще на земле нахожусь, он... Он сам по себе двигается. То есть сам по себе идет вперед. Потому что это им червяк завладел. Вот смотрите, сейчас вот так вот ничего не делаю. Вот. Видите, он это... Сам только что по себе ходил. Так, вон да ладно, спокойно. Потому что за мной, за это, мной этот червяк завладел. Ой, что такое? Так, 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 так. Что такое? Опять что ли потоп идет? Да что так проседает-то, я не понимаю. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Не-не-не-не-не. Опять какой-то потоп уже пошел. Ё-моё.
Что за потоп? Ой, ё-моё. Я еще немножко побаиваюсь насчет вон той вот этой вот конструкции, которую я повесил сзади. Вот эту вот ленточка и звездочка. Снежинка, точнее. Я боюсь, что они мало ли там упадут, потому что они как-то ненадежно держатся. Ленточка на скотче приклеена, блин. А звездочка на крючке там на скрепке висит. С этим. На этой ленточке. Так, жрите. Я надеюсь, что она не упадет. Так. Куда дальше? Дальше. О, не-не-не-не-не-не-не. Спокойно, 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 спокойно. Фу-фу-фу. Нафиг эту воду. Она поднимается. Так. Ага, так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Допрыгнул еле-еле. Так. Так, ой, какая-то крыша, крыша, крыша. Опа! Опасная. Так, 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 так. Полезли. Давай. Так, ой, что такое? Ой, не, воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно. Чуть-чуть не провалился. Так. Так. О, и это еще что такое? Но... Хотел. Это отель какой-то. Что за отель? Не понимаю. Так, а что делать-то нужно? Вон туда прыгать? Ну-ка. Ай, а я не допрыгнул. Ой, что ж такое? Так, ну... О, может туда надо прыгать? Ну-ка. Воу! А меня же током убивает. Вот это да. Блин, а что делать? А как-то перепрыгивать? А у нее есть какой-то тайминг? Ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Сколько оно горит? Раз, два, три. Три с половиной где-то. Ну-ка, давай. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, тихо, тихо. О-о-о. Так. И куда теперь дальше? Туда? О, откуда? Не понял. А здесь оно постоянно горит. А почему оно постоянно горит? Это что за хрень? А что делать-то? Оно постоянно горит. Что-то я вот это не понимаю. Сейчас. Думаем. Ой! Ё-моё, так. Ой, веревка. Так. А, я понял. Оп. И вырубаем. Бум. Вот и все. Не нужно нам это электричество. Спокойно. Так, 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 так. Ой, ё-моё, что-то в туалет захотелось. Ну да ладно. Потом, так, так, так. Перебираемся через этот отель. Так, так, так. Хорошо, ладно, так. Так, так, ой-ой-ой-ой-ой. Во-во-во-во-во-во-во. Фуф, успел еле-еле. Он показывал, что отель где-то там внизу. Что за отель? Так, так, так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги, беги, беги. Ой, не надо прыгать. Так, 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 спокойно. Ой. Спокойно, 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 спокойно. Так, какая-то тележка. Мне что, туда нужно? Нет. А куда туда? Куда мне нужно? А, может, наверное, вниз? Если вот эту хрень, она трескается, то, может быть, туда вниз нужно? Ну-ка, давай, давай. Сломай, сломай, сломай эту хрень. Почему она не ломается? Ну? Как же тебя сломать-то? Может, как-то сразу гонщику давай. Давай. И опа!
Вот, 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 она трескается, она трескается сейчас. Оно должно как-то сломаться, ну-ка. Хопа! Ну, ну почему ты не ломаешься-то? Я уже на тебя раза... Вот, уже три упало, а оно не ломается до сих пор, я не знаю почему. Давай, сломайся. Ну, ну почему ты не ломаешься-то, ну... Не хочет оно ломаться. Ну давай. Опа, да что ты будешь делать-то? Я не знаю, что тогда. А, наверное, нужно как-то с лестницы попробовать это сделать. Давай. Так, вот сюда вот. И... Ай, нет, куда? Куда ты поехал-то? Так, сейчас мы тебя туда заведем. И оп-оп-оп-оп-оп. Да что ты не ломаешься-то, но... Тоже что-то не получается. Так, а что делать-то? Так. А, подожди-ка, ее может нужно как-то разогнать с этой горочки. Ну-ка, давай-ка попробуем. Вот же горка подо мной. Сейчас, 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 сейчас. Стой, 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 стой. Так. Поехали, вот так вот. Давай, 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 давай. Опа! Воу! Воу, 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 воу. Опа! Оп! Есть. Фух. Ой, ё-моё. Так. Куда нам идти? Пойдем направо, как всегда. Обычно так. Ой, не-не-не-не-не, нет, 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 я туда не пойду. Там опять этот. Как его? Манипулятор мозгов даже можно назвать. Так, это что у нас такое? Так, так, так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Не успел заметить. Какие-то, блин, палки стоят. И... Бух! О! Чё у нас тут? Ой, стрелка какая-то опять показывает мне вверх, а мне что, вверх нужно разве? Не понял. А, так это та самая же стрелка, которая сюда провалилась после того, как только я ее скинул. Там, где ход он был. Так, и что мне с этим вот этим вот червем делать, я не понимаю. Так, не знаю, блин. Ой, ё-моё, я уже не могу что-то. Так, ну ладно, давайте на этом на сегодня закончим. В принципе, время уже прошло. Пора уже, думаю, заканчивать, а то уже подустал что-то. Скоро еще вон эту ёлку наряжать, мы до сих пор еще не нарядили. И завтра вон это, собирать всех гостей, это, праздновать Новый год. Так, ну ладно. Все. На этом заканчиваем мы с вами. Продолжим мы с вами в следующей серии. Так, что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр этого ролика. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если понравилось, то поставьте лайки. Если хотите больше видео, то подписывайтесь на мой канал. Заходите на него, смотрите с большим удовольствием. Также пишите комментарии к каждому видео. И всех вас поздравляю с Новым годом. С вами был Джаггер. Всем пока.